Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики. Денечек замечательный. Дети мои уехали за мебелью. И я весь день занимаюсь своим рукоделием. Мало всю голову. Этих бусин у меня немного. В общем, сломала всю голову и решила вот делать через две агаты, одну вот такую. Ну, посмотрим. Это не факт, что так будет. Я могу потом все разобрать и переделать по-другому. Поэтому материалов у меня вот всякого тут наготовлено. Ну, буду работать потихоньку. Ух ты! Горшки все попадали. Красота. Девчонки сами здесь разберутся. Я думаю, раз, сколько. Ты заберешься, говорю? А? Заберешься, говорю? Ну. Съездили, заказали шкаф ребятам. Мне шкаф привезли выбирать какой. Ну, я, конечно, выбрала, где много открытых полок для своих коробок. Ой, надо все сажать. Готово мое украшение. Карабинчик сзади. Вот сейчас солнце село. Кажется, практически белое. Нет, такое светлое золото. Очень достойное украшение получилось. А тут, конечно, бусины. Бусины просто, ну посмотрите, все разные. Светлее, темнее, рисунок разный. Вот я говорю, этот агат, он довольно редкий. Интересный камень. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Пишите телефон под видео, WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите, мы с вами договоримся. И спасибо всем огромное за внимание. А это вам привет из Болгарии. Мы ездили на водопадик. Небольшой, но очень симпатичный. И там монастырь, прям работающий, все, монахи там, павлины у них. Очень вообще так симпатично. Вот. И еще там будет в конце видео, это называют его болгарский колибри. На самом деле это насекомое, и они есть и в Крыму у нас. В Крыму его зовут Веселяка. Никакой, конечно, это не колибри. Вот. Но тоже крыльями очень-очень шустро машет. Так что у них там лаванда посажена в комплексе во внутреннем дворе. И вот очень много всяких насекомых туда прилетает. Сейчас вам взять замуж.
Вот видите, сколько у нас уже тут. Еще не все перенесли. Остались большие горшки. Тяжелые ребята принесут. Вот. Вот меня уже радует. Пусть они стоят в кучке пока. Ну, как-то вот, да, вот эти пустые вот такие участки. Ну, как-то не очень. Но продолжал рассказывать и Иду я дальше, смотрю, серый волк сломают. Чё, вот серый волк с, пропустил строчку. Сломают. Нет, вот строчка, ры. Рыжел. Ну-ка. Что это за буква? Рыжий. Лисой дерутся. Новое утро. Теперь будут делать потолок на кухне. Все, опять надо двигать, убирать, накрывать. Саня уже работает вовсю. Не позавтракал еще, весь в работе. Так. Так, а что сегодня за погода? Что-то я не посмотрела. Вчера один день был передышки, выходной был у Юры. Опять все гром по гром. Ой-ой-ой. Ну ладно, надо потерпеть. Уже не так долго. Хорошо. Ну чего? Пошел деловой. Шуруповерт мой можно. Шуруповерт. Все. Сюда перенесут. А что у нас тут электричество есть? Кстати, надо телефон зарядить, пока больше ничего не подключают. Столик купили Танюшке для пересадки растений. Включили чайник. Повытаскивали все. И поехали кофе пить. Ну что, разбился фужер. Очень тонкое стекло. Я его пооткусывала. Сейчас разведу цемент и залью. И будет у нас подставочка подо что-то, подсвечник, что угодно. А может быть просто украшение в саду. Можно какую-нибудь фигурку на него поставить. Вот, пошла разводить.
Так, цемента не нашла. Нашла клей для плитки. Но все равно. Сейчас разведу водичкой, чтобы он такой густой был. Вот что у меня получилось. Я поставила в тенечек. Пусть застывает. Потом все шкурочкой затрем, что неровно будет. Вчера разговаривали, что надо снять эти маленькие колеса. А он боится. Я говорю: Саша, смотри, мальчик есть. Ему 4 года. Он гоняет на этом велике без этих колес. Ну и, в общем, уговорила. Сняли колеса. Сейчас, бабушка, посмотри, как я катаюсь. Ну, обалдеть. Другое дело совсем. Трусоват. Вот его пока не сказала. Говорю: смотри, мальчишка маленький, как катается. Здорово! Вот на него это повлияло. Он же у нас любит быть главным, основным. Одел штаны в жару, чтобы, если упасть, не ободраться. Ну, вот, видишь, как хорошо. Надо уже велосипед покупать больше. Потерял свою кепку. Есть еще две, но они черные. Ой, Господи. Таня начала шторы вешать на втором этаже. А у меня, ой, наши белорусы. Вы видите, на кого я похожа? В шортах, в шляпе. Вот. А у меня все до сих пор склад. Белорусы сказали, уехали на неделю, прошло 10 дней. Завтра обещали выйти. Ой, бессовестные люди. Знают ведь, знают, что у нас приезжают дети. Ой. Я бы их, честно говоря, пинком под зад бы выгнала и нашла бы других. Доделать комнату мою и туалет. Ну что это? Конь не валялся, плитка не выложена. Ну, в общем, одно расстройство с этими работниками. И снова утро. И снова утро, у нас вешаются светильники на кухне. Ребенок, видите, у меня как ест стоя. Вот. Погода сегодня дождик. Прям с утра. Сейчас уже и не такое утро, уже сейчас родители вернутся. По делам ездили. Вот. В общем, такая грустная сегодня погода. А что, нормальная, питерская. Кухня у нас занята. Готовить нет возможности. Мы опять приехали. Здравствуйте. Так, что-то тут ремонт какой-то начали. Мы в Чайхану опять приехали. Налево пойдем. Горячим печать. Немножко можно.
Красота какая. Это по-грузински салат. Все красные. Мы заказали, сейчас придем. Вот так выглядит ребенок, который наелся. Я так чай не попила, чашку взяла, чай не переключилась. Хорошо тебе, мальчик? Мам, ты спать не занаящила, вот и переключилась. Включаем режим оперативного вмешательства. Хочется побыстрее сделать. Погодка хоть разгулялась. А то прям с утра дождик и дождик. Время-то уже 16:00. Сколько машин вообще, непонятно. На автобус, вон, смотрите, какие толпы. Экскурсии. Дети, прям дети, подростки. Я думаю, школьные же организуют. Посвящаются, чувак. Целый день Юра провозился с этими светильниками. И вот сейчас уже время 5:00. Вот он сейчас будет натягивать потолок. А это же их все вырезать надо там. Комнату мне будет доделывать этот вернувшийся из Белоруссии товарищ. А на туалет Костя сегодня подал заявку, чтобы прислали нам другого мастера. Потому что за 2 недели ничего он не сделает. Делает он хорошо, но ужасно медленно. Вот сейчас натянет, и будет у нас на кухне красота. А мне натягивать не знаю, когда будет. Ну, наверное, когда. Ну, когда плитку положат на полу. Да. У соседей тоже ремонт идет вовсю. Вот, кто никогда не видел, как делают натяжные потолки, смотрите. Вот, Юр, для меня загадка, почему они не выскакивают потом. Там горбун держится на полочку. Ну, все, и вот вся срамота прикрытая. Сегодня я решила, не нравится мне это украшение, вот, ну, не нравится. Я решила сделать модное украшение из натурального янтаря. И это будет вот так. Вот эти я уберу.
Вот. Половина светлая, половина темная. И вот такой будет кулон. И светлая, и темная. Он вот с этой стороны такой. Тут он какой-то прям, не знаю, рыжий. Нет, на самом деле свет не передает правильно. Тут вот прям светлое, вот тут потемней, потемней. Вот. Ну, процесс вам покажу. Я же не буду вам все это показывать, пока все это пересоберешь. Вот это калининградский янтарь. Советский. В отличном состоянии. Без сколов, без всего. Поэтому должно получиться интересно. Ну что, мои рыбоньки, я тоже не сижу без дела. Вот сижу, подбираю. Вот хочу сделать вот такое украшение из янтаря. Вот уже всю голову себе сломала. У меня есть темный. Сначала хотела сделать прям светлый и темный. А потом думаю, может мне в серединочку вот такой поставить, потемнее. А потом, чтобы переходило. Ну, в общем, короче, сломала голову. Ну, что-нибудь-то получится. Но это украшение будет, конечно, дорогое. Янтарь теперь дорогой. Так что уж как хотите. Я и так все продаю себе в убыток, поэтому тут уже я никак не могу. Да и работы с ним дофига. Пока все это пристроишь, вот видите, вот собрала половину светлого, а теперь думаю, не то. Сейчас опять все по новой. Чего ты нагулялся? Да, и я сижу поэтому тут, потому что сквозняк. А я хочу есть. Так мы только ели. Ты чего? Здрасте. Ага. Саш, я тоже хочу. А сижу тут, потому что Юре надо доделать потолок. Иди покатайся еще, что делать. Я хочу уже кататься. Так, давай вот не будем вот этого, вот опять. Хватит ныть-то. Ничего сейчас не сделаешь. Погуляй, он сейчас доделает, Саш. Там немножко. Каждое утро начинается с вывоза мусора. Вот наша советская экономия не отпускает. Собрала все пакеты. Ну, от люстр, ну, с упаковки, которые побольше. И на мусор их. Правда ведь? А что выкидывать? Так, ну что, вот вчера повесили нам 2 светильника прямо над столом. Вот, вот эти, Костя говорит, я сам поставлю. Ой, столько лампочек. Не знаю, вот, не знаю, я не люблю, когда много света. Ну, куда столько? Самое главное, что они все включаются от одного выключателя. Значит, буду ходить в темноте, когда одна буду. Ну, куда?
Ой, господи. Ну что они там собрались? Кофейку попить и по делам по каким-то. Конечно, Сашка за ними увязался. Без этого ж никак. Время 10 утра. Работника нашего еще нет. Когда мою комнату будут делать с таким работником? Мало того, что вместо недели 11 дней в Белоруссии провели. Прямо хочется, честно, дать под жопу. Ну, а я разобралась с бельем. И сейчас у меня... Сегодня мне надо доделать украшения из янтаря. И серьги я там задумала сделать. Выращивали траву. Свинкам вчера Таня им вечером дала, сегодня утром вот такой вот результат. Ну, вырастет, наверное, еще, да? Я не стала ее выкидывать, пускай. Вот такой у меня мелкий-мелкий градусник. Вот, видите, 25. В тени еще. Ну, ладно, включаем новый день. Занимаемся делами. Видите недовольное мое лицо? Не знаю, что опять приключилось. Не могу видео загружать. Уже написала Саше. Что-то случилось. Ну, вот в этом приложении, куда я все видео скачиваю, потом монтирую и оттуда выкладываю. Ну, что вот это? Я не знаю. Херня какая-то, короче говоря. Ну, никак. Жить спокойно никак не дают мне. А так хорошо начиналось утро. Вызываем Москву. И на тебе. Вот такие дела. Ну ладно. Бог даст, разберемся. Пока-то у меня выложены на 2 дня вперед. Не знаю, девчонки. Я сама-то в этом не волоку ничего. Знаете, как этот медведь, который на велосипеде катается, вот научили и делает то, что научили. А так я ж, ну, вообще лох в этом деле. Никуда без ребят. Ну ладно, сейчас Костя приедет, может, он сделает чего. Но он тоже в этом не особо. Ну вот именно в этом. Ну, сейчас посмотрим. Может, я плохо его знаю. Ну, прям пугаюсь, как вот чего. Да от Ютуба одни подлянки. Еще и тут. Тяжела и неказиста жизнь маленького блогера в таком возрасте. Да, и кстати, ремонтник вышел на работу 10:30. Ясно? Начальство не опаздывает, оно задерживается. Но я пока молчу.
Но долго молчать я не умею. Ну и блин, вообще. Ну что, мои дорогие, прошло 3 дня, наверное. Я забыла. Ну и что получилось? Идеально гладкая поверхность. Ну а вот это, понятно, это надо брать шкурку в руки. И доводить все до ума. Вот получилось вот такое. Можно так что-то сюда, свечку, да, не знаю, тарелочку какую-то с пирожным поставить. А можно вот так вот, когда доведется до ума, вот это все. Можно и так, так она более устойчива. Так что, мои хорошие, не выбрасывайте посуду, фужеры. Не выбрасывайте. Особенно, если у вас есть какой-то участочек свой. Замечательно, все пойдет в дело.